«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. В это воскресенье в праймерис проголосовали более 302 тысяч жителей Татарстана. В это воскресенье нижнекамцы проявили свою гражданскую активность и шли на свои избирательные участки. В праймерис приняли участие 28 105 человек. Явка составила более 13%. Выбирали кандидатов, которые представят партию «Единая Россия» на выборах депутатов Государственного совета Республики Татарстан в сентябре. Депутат Госсовета 5-го созыва, генеральный директор градообразующего предприятия «Нижнекамск-Нефтехим» Азат Бикмурзин тоже сделал свой выбор. Он голосовал на избирательном участке в 29-й школе и отметил, что предварительное голосование эффективный способ открытого отбора самых сильных, компетентных, ответственных кандидатов с актуальными идеями. Сегодня, как и многие, я проголосовал за кандидатов. Я считаю, за достойных кандидатов. «Единая Россия» делает это с точки зрения определить для самих себя, для того, чтобы понимать, кто достоин из «Единой России», из партии «Единая Россия» представлять в Госсовете и решать вопросы, которые связаны с законотворчеством, законодательством и вопросы всех жителей нашей республики. Избирательные пункты работали с 8 утра до 8 вечера. Избиратели в свои руки получили по 2 бюллетеня со списком кандидатов по одномандатным округам и по единому избирательному округу. Стоит отметить, что голосование является рейтинговым. Каждый избиратель может оказать поддержку не только одному, но и нескольким кандидатам, указанным в бюллетене. Нижнекамцы же, в свою очередь, с полным пониманием дела подошли к мероприятию и точно знали, для чего нужен праймерис. Для дальнейшего, что люди могли узнать про кандидатов больше, а потом за них уже проголосовать. Вы сами сделали выбор? Да. Заранее определиться, наверное, кого выбрать. Сами выбрали? Я сам выбрал, да. Ну, для того, чтобы дать каждому кандидату шанс. Я, например, выбрала несколько кандидатов. Ну, предварительное голосование нужно, чтобы знать уже кандидатов на выборы в сентябре. Народ есть, народ активен. Идут на выборы. Праймерис «Единой России» в республике прошел по открытой модели. Принять участие в голосовании смог любой избиратель. Список кандидатов в депутаты в Госсовет республики от единороссов сформируют на выборах 8 сентября текущего года. Евгения Смоленкова, Айсылу Хафизова, Влас Симагин, Н-Медиа.